Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами, как можно легко и просто приготовить такой быстрый вариант ленивого ужина. Запеченные бедра вместе с булгуром буду делать в духовке. Получается очень-очень вкусно. Требуется минимум от вас усилий и временных затрат. Обожаю такие рецепты. Если вам интересно это знать, то, конечно, оставайтесь вместе со мной. И не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии, так как ваши комментарии помогают продвижению моего канала. И ставьте лайк. Ну а теперь все подробно покажу и расскажу. Из приправ здесь базилик, кумин, сладкая паприка, сухой чеснок и черный молотый перец. Также еще присолила. Теперь все перемешаю и оставлю так мариноваться прямо здесь. На дно формы высыпаю стакан булгура. Немножко его присаливаю. Выкладываю куриные бедрышки. Теперь сюда же выкладываю замороженный томат. У меня перекрученный был. Можно выложить помидоры черри, можно добавить мелкие помидоры, либо же нарезать на кусочки. Но у меня был замороженный. Буду использовать по максимуму то, что у меня уже заготовлено. Выкладываю просто в хаотичном порядке. У меня брикетики томата немножко размерзли, я их предварительно достала из морозилки, нарезала хлебным ножом, им это сделать удобнее. Сюда же отправляю баночку зеленых оливок без косточки. И у меня еще здесь зубчики мелкие чеснока, они также были заморожены. Буду добавлять его, сверху все заливаю вот таким кокосовым молоком. У меня здесь баночка 400 мл. Все размешиваю и заливаю курицу. Накрываю крышкой и отправляю запекаться при температуре 200 градусов в предварительно разогретой духовке. Буду запекать где-то 40 минут. За минут 5-7 до окончания запекания открою крышку для того, чтобы подзолотился верх. Вот такой ленивый вариант ужина я приготовила. Берите себе на заметочку, в копилочку. Надеюсь, приготовите и вам понравится. И желаю приятного аппетита. Если вам мое видео понравилось, конечно, не забудьте меня поддержать, поставить лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях. И не забывайте делиться видео со своими друзьями. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!